Здравствуйте, друзья, с вами дядя Юра. Ну что, жаловались на жару? Вот получите холод. Что хотели, то и получили. Ну и настроение, конечно, соответственно, такое уныло-депрессивное. На улице дождик и всякие мысли. Я про что говорю-то? Давайте-ка, ребятки, проверим эрудицию друг у друга. Я, по-моему, в середине ролика наиграл, насколько мог, сразу предупреждаю. Насколько у меня это получилось, не знаю. Несколько песенок. Блесните эрудиции. Вообще, что я играл? Даже с ошибками. Ну, это можно что-то оттуда выделить, какую-то мелодию. Попробуйте. И пишите. Традиционно подписывайтесь на канал. Топите ротвейлеров в лайках. Жмите на колокольчик. Будет вам счастье. А внизу под роликом адреса соцсетей, в которых мы можем общаться. Потому что, ну, YouTube, скажем, для роликов, а для общения есть другие приложения. Все, удачи, дядя Юра, Ларочка, Пуська, Дюшка и Шунька. А, это я тут уху варил из съемки. Немножко осталось, вот троих этих мужичков кормлю. Все, удачи. Откройте. Ларочка приехала. Куда ты полетел, Дюша? Пусть и Дюша сидеть. Сидеть, ребята. Дюша, негодюша. Сейчас пойдем встречать. Шунь, ты живой? Ой, давай, давай, зайка. Молодец. Давай, неси пусть. Дюш. А, отдай Дюшке, он этот отнесет, вторую половинку. Давай. Ты мой зайка. Все, иди на место. Ты видела? Да он не на этой вообще. Ты чего орешь? Дюш, дверь открой. Открывай. Давай, давай. О, молодец. Умница. Иди к нам, Дюш. Thank you.
нам карасит. Грудные глазенки, и если в доме кто заплачет, загрустит в сторонке. Хорош. Ой, какие мы молодцы. Садись.